Он маленькую очень дрочку делает. В смысле, по амплитуде маленькую, да? Да, да, а да. По частоте? По частоте часто-часто. Опа, видишь? Есть. Я же говорю, вот это самое опасное. Сейчас, подожди, да. Мы выйдем. Я ручку найду. Ручку-то мы найдем. А вот. Просом бы нас вытащить. Да. А вот выберется. Мы не выйдем. Самому-то не выходи сейчас. Зацепиться-то. Просто где-то есть там. Нет. Через контрольно-пропускной пункт. Он что, ёбнутый? Вот смотрите, вот опять, да? То есть попали через Москву, а работали в Петербурге. Чё, это несправедливо. То есть их так выделяют, представляют. Я думаю, вряд ли прошу эти самые пристали. Ты там, ты от Домодедова. Она за ценность говорит, я из Домодедова. В общем, все. Ну и вот девушка. Нихуя не проедет. Капля по истечении этого срока, они визы не продлили, и вот их высылают насильно в Нигерию. Вот это придурок, а. Видите, какая штука? Я вот не хочу обсуждать там социальные проблемы, Два с половиной. Я про людей. Два с половиной мало. Ну смотрите, я про этих из Нигерии. И про каких же. Давай!